смертельную инъекцию, необходимо чрезвычайно точно поместить иглу. В отличие от обычных пациентов, ваш будет делать все, чтобы укол не получить. Таким образом, исключительно важно крепко затянуть ремни. Даже при этом условии не исключено, что исполнителю придется оперативно применить любой подручный колюще-режущий предмет. Удар таким предметом по определенным точкам тела держит пациента в состоянии шока, ослабит сопротивление или даже приведет к летальному исходу из-за потери крови. А что, собственно, скрывать? Мы же не притворяемся гуманистами. Урок окончен. Эй! Кто-нибудь есть? Эй! Здорово увидеть живого человека! Стой, твою мать! Торк, это ты что ли? Ну ничего себе! Это я, Даллас, из Восточного Блока! Ну, парень, если кто и мог выжить, так это ты! Мы с тобой не такую хрень видели! Я слышал, что правительство проводит на заключенных эксперименты, проверяет улучшенные наркотики МК-Ультра. Вот посмотри, к чему это привело. Ему нужна твоя защита. Это вождь. Похоже, здесь выхода нет. Пошли, друг. Попробуем отсюда выбраться. Помоги ему, или он умрет. Мне будет лучше без него. Торк, твою мать, чего ты ждешь? Боже мой, Байрон, посмотри, что они наделали. Это неправильно. С тобой было лучше. Мне будет тебя не хватать. Ты через это не прошел, Торк? Много потерял. Потопали, нечего тут смотреть. Пора сматываться, придурок! Эти скоты повсюду! Валяй сюда! Сейчас мы от них оторвемся! Господи! Yeah.
правительство, парень. Зараза, ты просто терминатор. Я знаю, что детство в приюте не сахар, но такое чудовище, как ты, валяй сюда. Сейчас мы от них оторвемся. Валяй сюда! Сейчас мы от них оторвемся! Эй, Торг, давай сюда! Вперед, Торг! Отсюда можно выйти только через блок! Слушай, я там был, там черт знает что творилось! Настоящий бардак! Но другого пути нет! Идем!